ёбаный. Давай, блядь. Ну всё, Макс, слышишь? Блядь, ёбаный брат! Можно расслабиться, рабочий день позади, впереди целый час программы «Юмор на заказ», где вы можете передавать приветы, можете признаваться в любви, можете слушать любимый юмор, да и вообще всячески отдыхать душой. Вот это вы придурки, блядь. Нахуя ж его там остановили, блядь? Твою мать! Может направо? Нет, не направо. Где Антоха? Блять. Ой. Сволочь, а? Давай пойдем.